Здравствуйте, меня зовут Антимиров Максим. Я участник большой гонки «Пампасы». Гонка увлекательная. Она интересна тем, что кольцевая гонка, все едут друг за другом, и тебе есть чему учиться у своих соперников, если они лучше тебя ездят, какие-то делают повороты. Поэтому ты едешь, смотришь, учишься, делаешь так же, как они делают так же, как ты. Сегодняшняя гонка, я даже не знаю, что принесут, какая у нас будет трасса, вот только сейчас будут организаторы объявлять. Ну, я думаю, поборемся, посмотрим, как получится. В прошлом году трасса была здесь же, но сейчас добавились насыпные такие дюнки небольшие, и это добавило немножко сложности. Как бы есть опасность, что ты подпрыгнешь на первой дюнке и втыкнешься во вторую. 4x4 многое не прощает, он как бы большой и высокий квадроцикл, поэтому некоторые, может быть, повороты, ты как бы стараешься более опасно, там, дрифт более опасно не входить. Прямиков длинных нету, поэтому реализовать, допустим, свой там какой-то большой объем двигателя невозможно, потому что очень быстро заканчиваются прямики и начинаются повороты, спуски, ловушки всякие в виде песчаных дюн. Все соперники собрались очень сильные, молодых гонщиков в этом году нету. Я думаю, Кистанов Сергей в зачете, как бы ездит парень. Он сейчас пересел на 4 на 4, с 4 на 2. И как бы стиль езды у него еще остался со спортивного квадроцикла, поэтому он ездит совсем по-другому.